Сегодня у нас на обзоре монокуляр ночного видения первого поколения Yukon Petrel 2х24. Прибор предназначен для наблюдения на расстоянии до 200 метров в условиях ограниченной освещенности или в условиях полного отсутствия света. Монокуляр имеет постоянное двукратное увеличение и 24-мм объектив. Он идеально подходит для охоты, туризма или охраны. Использование электронно-оптического преобразователя первого поколения позволило максимально снизить стоимость прибора, но тем не менее он отлично справляется с большинством поставленных задач. На корпусе монокуляра расположены всего две кнопки. Это кнопка включения прибора и кнопка включения встроенного инфракрасного осветителя, который предназначен для увеличения яркости изображения при полном отсутствии внешних источников света. Для получения максимально качественного изображения в приборе также предусмотрено кольцо фокусировки объектива и поводок окуляра. При включении прибора загорается зеленый индикатор, расположенный слева от окуляра. При включении инфракрасной подсветки цвет индикатора меняется на красный. Yukon Petrel – это отличный прибор ночного видения. Подобным прибором пользовался даже герой Сильвестра Сталлоне в «Неудержимых». Кстати, у него был Спартан, а не Petrel. Только вот почему-то использует он его днем, а не ночью. Но не будем вдаваться в детали, он профессионал в этих вопросах и ему виднее. А наш обзор не остался без внимания другого профессионала, настоящего эксперта в вопросах ночного видения. Тщательно изучив данный монокуляр, мистер эксперт пришел к выводу, что Yukon Petrel 2х24 является одним из самых лучших приборов ночного видения в своем классе, и соотношение цены и качества у него просто великолепное. На этом наш короткий обзор подходит к концу. Если вам понравился ролик, поставьте палец вверх и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски.